Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilm. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Загадочное убийство. После 15 лет браков американская супружеская пара Ник и Одри Шпиц, полицейские парикмахерши, наконец-то отправляются в отпуск в Европу. В самолете супруга умудряется познакомиться с английским аристократом, и тот приглашает их с мужем провести время на яхте дяди, известного миллиардера. Супруги Шпиц оказываются в высшем обществе в окружении невиданной роскоши, когда вдруг перестарелого главу семейства убивают при загадочных обстоятельствах. Мотивы есть у всех присутствующих, но французский детектив решает, что главные подозреваемые – американцы. При этом большая любительница детективов Одри видит в этой ситуации главное приключение своей жизни. Пингвины мистера Поппера. Мистер Поппер – достаточно сдержанный и расчетливый человек, смысл жизни у которого крутится вокруг его работы. Даже своей семье он не уделяет столько времени, как бизнесу. После гибели отца он получает неожиданное наследство в виде шестерых пингвинов. Потомки. Главный герой – богатый гавайский землевладелец. Он вместе с двумя дочерьми предпринимает попытку найти любовника жены, искренне веря, что таким образом спасет семейный очаг. Австралия. Зеленый шершень. Самый опасный человек. Каждая война начинается со страха. Каждое предательство начинается с доверия. Глава секретного подразделения разведки получает задание найти опасного международного беглеца, которого из симпатии укрывает молодая девушка-адвокат. Патрик. Сару нельзя назвать удачливой или успешной, в любви ей постоянно не везет, на работе не хватает целеустремленности, даже родители не верят в то, что ее бедовая дочка когда-то повзрослеет. Казалось бы, доверять такой девушке заботу о домашнем животном нельзя, но бабушка Сары почему-то завещает ей своего мопса, Патрика. Оказывается, у маленького песика характер тоже непростой, и ужиться двоим под одной крышей будет трудно, но может быть именно собаке удастся изменить жизнь новоиспеченной хозяйки к лучшему. Лара Крофт. Лара Крофт – весьма самостоятельная дочь эксцентричного искателя приключений, который пропал, едва она стала подростком. Теперь ей 21, она бесцельно проживает свою жизнь, курьером рассекая на байке по забитым улицам восточного Лондона. Три богатыря и наследница престола. Кролик Питер. Фильм о приключениях маленького и непоседливого крольчонка по имени Питер, который хочет пробраться в огород грозному фермеру и вдоволь полакомиться там фруктами и овощами. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!